Есть такая профессия – родину защищать. Эти строки из советского кинофильма «Офицеры» для миллионов российских мужчин – смысл жизни. В Красноярском крае сейчас большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи. Сегодня, например, в Красноярске состоялся уже второй военно-спортивный фестиваль. Вместе с молодыми людьми там на перекладине подтягивался и губернатор. С подробностями Ирина Румянцева. Взрывы, пальба, дымовая завеса. Постановочное освобождение заложников сегодня возле Спортекса демонстрирует спецподразделение Красноярска. Это в День защитника Отечества они работают на показ. Хотя и сейчас их лица показать мы не можем. Смотришь на таких и понимаешь, вот они, настоящие мужчины. Горожане от шоу в восторге. Взрывы такие. Интересно было, но видно, что сильные ребята. Есть защита у нас. Супер, молодцы. Для будущего поколения хорошо. В рамках краевого военно-спортивного фестиваля не только показательное выступление, но и выставка техники. Здесь пожарные расчеты, гаубицы и бронетранспортеры, на которых детвора может смело лазить и изучать. Сегодня мальчишкам можно все. Ну, клево, стульчик заряжаешь. Воу! Ты что там оторвал? Что? Сломал. Сломал. 11-летний Илья обнаружил лишние, на его взгляд, детали. Парень, кстати, хочет стать военным. ВДВшником хочу быть. Почему? Ну, с парашютом прыгайте. В спорткомплексе тем временем студенты доказывают, кто самый сильный и ловкий. Фестиваль патриотического воспитания молодежи проводится уже второй год подряд. В этот раз 4 команды из университетов края проходят полосу препятствий, выкладываясь на дистанции по полной программе. Сложно ничего не было, пацаны, бегом, надо было где-то перепрыгнуть, где-то можно было проскользить, где-то даже упасть, но это было полезно упасть, чтобы быстрее добежаться. Лев Кузнецов приехал поздравить подростков, но, будучи спортивным человеком, в стороне от происходящего не остался. Сам отправляет подтягиваться на перекладине. А уже затем на сцену. Наша страна находится в руках умных, талантливых, сильных, душой и телом, молодых людей и девушек. Всех тех, кто готов ежедневно доказывать, что мы сильное государство. Готовясь к подобным фестивалям, подростки по несколько месяцев тренируются в спортзалах. Как говорят преподаватели, польза тройная. Во-первых, дело после учебы занято. Во-вторых, за честь вуза переживают. А в-третьих, к армии подготовка хорошая получается. Ирина Румянцева, Максим Галат. Новости.